18 апреля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Крымским федеральным университетом и Приднестровским государственным университетом Тирасполь-Приднестровская Молдавская Республика. Сотрудничество всегда важно, потому что у нас общая идеология, общее чувство патриотизма, любовь к родине. В какой-то степени мы находимся в схожих геополитических моментах. Мы должны друг друга обогатить своими школами, научными школами, потому что есть всегда какие-то особенности, свои изюминки. Ну, кто-то силен там, в физике, кто-то силен в гуманитарных науках, кто-то в медицинских аспектах и так далее. Поэтому то поле, которое сегодня существует у Крымского федерального университета, от Аграрной академии, классического университета, вот бывшей ТНУ, до медицинской академии, включая систему среднего профессионального образования, конечно, мы в любом случае найдем те точки соприкосновения, которые помогут и нам сделать прорывные и технологии, и процесс обучения и так далее. Также и Тираспольский государственный университет. Обе стороны планируют развивать на основе равноправия и взаимных интересов сотрудничество в различных сферах университетской жизни, включая профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов. Сейчас на новом этапе существования и Крымского федерального университета, и Приднестровского госуниверситета, конечно же, есть те вопросы, которые вместе намного проще решать, вместе уже есть определенные наработки и в Приднестровье, есть определенные уже решения и в Крыму, в Симферополе, и поэтому вот этот визит связан с тем, что как раз соглашение, которое является базовым, рамочным таким, но позволяет начать работу по многим направлениям, в том числе, конечно же, это и исследовательские совместные проекты, это и обмен опытом в плане организационно-правовом построения работы учебного заведения, это и совместные конференции, это преподавательский обмен студентами. То есть вот все, что можно сделать на этом этапе сегодня, с учетом тех реалий, которые существуют и в Приднестровье, и в Крыму, то, конечно же, эти точки существуют, их можно реализовывать, и вот это все попытаемся сделать. Взаимодействие двух университетов будет осуществляться в интересах взаимовыгодного сотрудничества в области высшего образования, науки и культуры и в целях дальнейшего развития учебной и научно-исследовательской работы.